Приятного аппетита! Это Макси-бизнес-подкаст. Очередной его выпуск сегодня со мной Константин Михайлов. Здрасте, идет. здрасте. здрасте. И, ну, мы много бизнесов уже обсуждали. Я, знаешь, с каждой записью я все время все больше их перечислять вынужден, потому что каждый новый гость это новая отрасль. Угу. Ботинки уже шили, шили, металл варили, варили, турагентство открывали, да, глэмпинги делали, кафешками занимались. Но есть вещи гораздо более глобальные. И если говорить о малом бизнесе, мы там уже много где побывали, а вот крупняк к нам приходит редко. Но если приходят, мы э, оставляем за собой правила докопаться до самой сути. Согласен со мной? Да, полностью. А, полностью. И сегодня нам очень повезло. У нас в гостях Андрей Северилов. И, он является председателем совета директоров транспортной группы «Феско». Здравствуй, Андрей. А, привет, Тебяц. Да. Здравствуй, Андрей. Да, вот с трудом удержались мы от того, чтобы сказать «Привет, Андрей», но все-таки «Здравствуй». Все-таки это произошло. Нет, не произошло. Транспортная группа. Это уже звучит масштабно. Это тебе не, как говорится, на машине коробочку отвезти. Давай о профиле деятельности вкратце опишем для слушателя фронт работ. Ну, на самом деле, очень приятно сюда рассказывать о себе. Транспортная группа «Феска» — это крупнейшая транспортная логистическая компания мультимодальная в России. У нас свой собственный порт «Владивосток», который является портом номер один по грузообороту на Дальнем Востоке и в России сейчас, особенно в последнее время, и судя по динамике по развитию экономики мы таковыми будем еще достаточно долго. Uh -huh. так, с учетом наших моделей инвестиционного развития. У нас крупнейший в России контейнерный транспортный флот, морской флот. Настоящий уже в собственности и в управлении больше 30 судов, которые бороздят моря и океаны по всему миру. Но преимущественно, конечно, на Дальнем Востоке и в морях Юго-Восточной Азии. Там, могу сказать чуть, чуть позже. У нас э, огромный э, парк э, контейнеров и железнодорожный, э, парк э, платформ железнодорожных, терминалы по всей стране. В общем, мы, э, все, что у вас есть, все, что на вас э, надето, если это не сделано э, на фабрике Большевичка, mm -hmm. то, то, скорее всего, это привезено... Э, в наших контейнерах на наших судах через наши терминалы. Сколько Спокойно, я время купил. Сколько же... А из Рима тоже у нас, собственно, безусловно. Мы везем, еще раз мы везем это отсюда в том числе... Попался. То есть это контейнеры в основном? Преимущество контейнеры, но мы специализируемся и на иных, на доставке иных видов грузов. У нас есть многоцелевые суда, которые возят и балки и крупногабаритные какие-то позиции. Контейнеры для меня это вот из фильмов, боевиков, там либо хранят что-то незаконное в порту, либо там человек себе убежище какое-то организовал, либо там вдруг люди живут сразу груз. видно дилетант, Константин, дилетант точно, ты смотрел много американских фильмов. В наших контейнерах в порту находятся только грузы, все абсолютно закрыто. Я там не могу себе убежище обустроить. Ты даже в наш порт не попадешь без таким-то лицом, Константин. Веселее надо быть. Веселее. Вот сейчас принято говорить о новом времени и действительно времена сильно поменялись и все кто у нас был в гостях до этого, нам много рассказывает о том, как они приспосабливаются к новым условиям. Как трансформировался рынок контейнерных перевозок в новых условиях? Отлично. Трансформировался Нет, На самом деле такая тенденция уже появилась еще в прошлом году, а в этом году она только усилилась, ускорилась, и все процессы практически, наверное, сейчас мы считаем уже стали чуть ли не необратимыми. Экономика развернулась на восток, это действительно так. У нас, ну, если мы говорим все-таки про контейнерные перевозки, то при общем падении грузооборота и при общем падении контейнерного грузооборота в России там в этом году на 15% и, и более и более процентов, то есть об этом грузооборот и Показатели, показатели э, перевалки в э, портах Дальнего Востока увеличились на 11 и более, и, и более процентов. Для ну, примера, например, наш порт э, Владивосток сейчас э, загружен на 140%. Процентов. У нас э, ну, это, это, это не очень хорошо с точки зрения оборачиваности. Но это, это объективная реальность. То есть, э, настолько огромен э, э, настолько огромен поток импортных и экспортных грузов, э, входящих и из, из России, что не хватает ни мощностей. Ну и есть плюс, плюс проблема с с современной постановки грузов на железнодорожные колеса и на доставку дальше в центральную и в европейскую часть Российской Федерации. А так. что составляет основной объем грузов? Что везут сейчас? А, ну, из из Страны Юго-Восточной Азии везется в основном а, товары народного потребления и а, машиностроительная там, продукция. То есть, а, я, например, тоже для себя не так давно открыл, что оказывается, страны Юго-Восточной Азии, там, мы, мы, мы привыкли думать, что там, Китай ⁇ это там, лидер машиностроительного производства. На самом деле, на самом деле, не только. Есть а, Вьетнам, Индонезия, это огромные, огромные промышленные страны. Угу. Это... В Индии тоже дофига. В, в Индии, да. Это, это, мы, как раз, мы сейчас буквально в этом году должны запустить прямой маршрут прямую морскую линию из Индии. Но еще раз, для меня это вот открытие, то, что Вьетнам и Индонезия действительно огромные промышленные страны, и они настолько э, большие, и настолько там, возникает это же, э, желание взаимодействия с российским бизнесом, что мы это, у нас в апреле месяце поставили одно судно на рейс во в Вьетнам, э, Буквально вот там, две недели назад мы поставили второе судно, и оно уже полностью, полностью загружено. Есть, а, а что мы им везем от себя? В, в основном, э, ну, дерево, дерево химия... Э, удобрение. Хим... Удобрение, mm -hmm. э, ну, Товаров народного потребления практически нет. Опять же, как это неудивительно, очень большой объем у нас грузов занимает а, а, сельвозпродукция. Ну, прежде чем молочка, а, конфеты, а, шоколадные продукции далее. Мы только из Минска, например, там, сейчас отправляем по два контейнерных поезда, два поезда, там, просто себе представьте, там, в неделю, uh -huh. а, в направлении, в направлении а, портов Китая. То есть это огромные объемы. Да, а вот по поводу логистических цепочек да, то есть, э, груз это, же, это не, не просто, получается, погрузил его э, на специальный корабль в контейнер и отвез. Да, там, в этом во всем задействовано огромное количество еще компаний, каких-то посредников, например. Ну, вот я, когда мы говорим: собственно, когда представлял, что у нас компания мультимодальная, mm -hmm. я, собственно, это уже и коснулся. Наша, наша модель бизнеса это от двери до двери. То есть мы забираем груз непосредственно, например, условно, на фабрике в Китае. Дальше перевалим его на наших терминалах или на терминалах партнеров там, в китайских портах. Э, э, перемещаем их на наших собственных судах э, до порта Владивосток. Э, там перемещаем э, на наши собственные платформы. Э, едет груз далее там, до терминалов, там, не знаю, там, до Екатеринбурга, разгружается на маленькие траки. И маленькими траками довозится до магазинов, собственно, где э, уже дальше... Счастливые люди становятся обладателями тех товаров, которые, которые в них находились. Поэтому да, действительно, то есть мы, если мы говорим про э, доставку, это чуть-чуть более сложно э, представить себе, чем просто там, переместить контейнер из точки А в точке Б. Это, 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 это огромный процесс, длинный, и с вовлечением большого количества людей, с вовлечением искусственного интеллекта. То есть мы э, там, э, уже давно не действуем там, по старинке, то есть электронная система, они помогают ускорять процессы и моделировать где как куда что это склады какие-то автоматизированные склады автоматизированные там как прави ну там как как правильно то есть, как, как правильно сформировать груз? Потому что там, условно мы, мы же понимаем, что там, у нас груз, там, например, из фабрики китайской идет там, по всей стране, да, Но нам надо правильно правильно скомпоновать правильно контейнеры скомпоновать, поезда, так, чтобы здесь не было задержек, чтобы здесь все, все отправлялось своевременно, технично, ритмично и так далее. Бывает же еще. Метод купажирования, знаешь, что такое? Че? <laughs> это немножко другой бизнес. Но, да, ну, давайте там можем применить его к нам. Андрей, а если я являюсь клиентом вот этого известного маркетплейса на букву А китайского, то это через ваши контейнеры <laughs> тоже проходит? <laughs> в том числе, да, мы везем мы сейчас и «Азон», и, э, и китайцев везём, и китайцев везем, и «Азон», и вальбрис, э, и сейчас мы будем подписываться с «Казань Экспрессом», Это крупнейший э, сервис в э, республике Татарстан. Да. Везем мы, а, Везем, если, а мы. если спрогнозировать, что, допустим, на год вперед, что будет происходить с контейнерными перевозками? Они будут только расти. Дело в том, что наш уровень контейнизации в стране, он, ну, по отношению к общему мировому, он достаточно, достаточно низок. И мы сами ведем, занимаемся занимаемся. По сути, развитием обучения рынка того что того что надо переходить с других состарелых замшелых видов перевозки там в полувагонах что-то в, в хапрах на на перевоз грузов контейнер потому что это прежде всего для российских производителей дает э, невероятный эффект ты можешь контейнер довести, по сути, до конечного потребителя. И точно так же там, любой контейнер из Китая может дойти там, до, самой, до, до самой глухой точки в, в Российской Федерации. Вот а... можно удивить человека, открывает он дверь утром, у него контейнер mm -hmm. на этаже Ну, стоит. с учетом того, что контейнер иногда может быть больше, чем дом среднестатистического человека, то да, удивление может быть удивительным. То есть они не стандартные? Вот Но, контейнеры... Я... Ну, нет. 40-футовые контейнеры это мини-дома. А, Андрей, а как изменилась ситуация в связи с уходом из России основных там контейнерах компании Запада? Дефицит контейнеров бывает? Вот чтобы, я так понимаю, чтобы увеличить... Мы счастливы. Я понимаю, не только о контейнерах речь, а о контейнерах оборудовании в целом. Да, ага. На, на, на самом деле мы, безусловно, в моменте, когда это произошло там, в феврале, в марте, в апреле находились в, в неком ситуации непонимания, как будет дальше выстраиваться рынок, но по факту, как обычно бывает в России, все, что не делается, все к лучшему. И здесь произошла ровно та же самая ситуация. Да, мэйджеры ушли, но какого-то дефицита контейнерного парка не произошло, потому что прежде всего и э, мы и, там наши коллеги э, по цеху достаточно оперативно отреагировали, смогли э, приобрести, восполнить э, выбывший парк э, для себя. А, плюс э, мы пони ну, понимаем, что сейчас из-за всех там пертурбаций э, и э, волатильного рынка у нас сократился несколько объемы импорта-экспорта, и э, это дало нам в том числе некий там люфт временной э, э, по, для того, чтобы мы, мы могли, мы могли э, нарастить тот объем и, и дефицита, пар, дефицита которые парка в моменте не, не происходило. А сейчас все, мы, мы уже полностью сбалансированы. То же самое и по судам. Э, да, у нас там есть некоторые рынки, э, например... Доставка бананов в Россию, к сожалению, там она сильно осложнилась, потому что был один крупнейший игрок там, по сути, Майерск, который вез все бананы через порты Санкт-Петербурга, Майерск перестал ходить. И как это неудивительно, удивительно, например, там в Эквадоре сейчас в настоящее время происходит социальное волнение. Там мы встречались там, и с послами и Аргентины. И с коллегами из Эквадора, из Бразилии, то есть там действительно социальное волнение, потому что э, объем э, выращивания бананов э, он предусматривал в себе э, крупные поставки в Россию, они значит значительно мере 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 прекратились поэтому мы пытаемся сейчас какие-то вещи там подхватывать зам замещать. но а, с другой стороны действительно существуют такие не, там, общемировые ограничения а, например нехватка а, нехватка судов то есть нам а, при том что мы свой а, флот а, активно растим но тем не менее мы не можем его наращивать настолько быстро насколько хотелось бы а, ну, работать, работать над этим ситуация пахнет банановой революцией а да. в основном где производят суда и контейнеры я думал спросишь, где производят бананы. — В Эквадоре ты тоже был. — Нет, на самом деле суда производят, безусловно, по всему миру, в том числе и в России, но наиболее эффективное производство, безусловно, это Китай и Южная Корея. С Южной Кореей, к сожалению, в нынешней политической ситуации у нас некоторые обостренные отношения, поэтому в Китае мы продолжаем ставить что-то на э, стапеле, но там существует, кроме всего прочего, еще ры вторичный рынок э, судов, поэтому э, пытаемся забирать оттуда. Нам э, суда нужны прямо здесь, прямо сейчас, э, там ждать 2-3 года это достаточно. Проблемно. Это Макси Бизнес Подкаст. Сегодня говорим о большой, я бы сказал, огромной логистике с председателем совета директоров транспортной группы Феско Андрей Северилов сегодня у нас в гостях. И раз компания является многокомпонентной, можно сказать, она, ну, не монополист в данном случае, но очень крупный игрок, да? Именно так. Вы внедряете какие-то новые инструменты, скорее всего, и сервисы не только в России, но и в Европе и в Азии. Что нового вы несете туда? Ну, в Азию, наверное, мы э, не слишком много принесем, скорее мы можем оттуда что-то для себя э, принести, но если мы говорим именно про какие-то сервисы айтишные э, или про сервисы морские, давайте я сразу про то и то расскажу, mm, да, да. Там. про айтишный э, э, сервис, который на самом деле является наверное, ключевым элементом в, в любом бизнесе, э, мы тесно работаем там, с товаропроизводителями, с официальными органами, там, с, властями, с органами власти управления, как Китая, так и Арктической Федерации, там, с таможней, с, там, с железными дорогами, мы запустили, например, сейчас так называемые смарт-контракты. Это, по сути, создали создали платформу, замещающую бумажный документ оборот. То есть у нас... Погрузка контейнера теперь в Китае, она автоматически, там, за, за, записывается, зашифровывается там, на, э, инструментами и э, происходит упрощенное процедура э, таможенного декларирования, э, таможенного оформления, э, таможенной очистки по, при получении грузов. То есть э, ускор-, это все делается для ускорения, для упрощения, для упрощения взаимодействие с, со всеми участниками — Процесса. — Процесса. — У меня, кстати, смарт-контракты всегда ассоциировались с новомодным явлением блокчейн, все, что с этим связано. — Безусловно, используем, да, мы... Сейчас без этого никуда. Угу. Вторая история, например, мы упростили, упростили процесс взаимодействия с простым рядовым там, потребителем. То есть если раньше там, прийти в компанию Феска до 2020 -го года было практически невозможно, если у тебя нет там, крупного завода, то, то с тобой никто не будет разговаривать. В настоящее время мы, создав... Электронную платформу, так называемый личный кабинет, упростили. то что у нас, по сути, любое лицо, там, начиная от, 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 от физика, может заказать даже уже сейчас и не только контейнера в том числе и... Полеты места внутри, внутри контейнеров, причем там есть возможность взять и страхование грузов, ты, ты в моменте видишь, где, где находится твой груз, как он перемещается, ты, отражается время, когда он тебе придет в какой-то конкретный момент. То есть ты можешь заказать любой сервис по ты можешь сказать любой сервис, связанный с твоим, с твоим грузом. Опять же, там, начиная, там, если все-таки он требует рассортировки, там, там включая рассортировку контейнеров, доставку до конкретного места. То есть все, все, все можно сделать, вот просто используя, используя свой iPhone. Это очень круто. А какие-то есть ограничения по минимальному объему? договоритесь э -э, договоримся. Костя не себя отправить. <связать> <куда -то. связать> я, я, я понял, <связать> да, да нет. На, 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 самом, на самом деле, ну, еще раз, для нас, конечно, безусловно, наиболее, наиболее комфортной единицей является контейнер. Но там, сейчас мы движемся дальше уже вглубь, в там, по сути, в политизацию, в продажу, в продажу места, по сути, в контейнерах. Такое тоже есть. Если мы говорим все-таки уже более о глобальных вещах, о каких-то новых сервисах, о там, морских сервисах, о том, что мы, что мы открываем, то я уже коснулся, например, направления э, Вьетнама, где так, мы активно развиваемся, но э, дополнительно мы э, сейчас с 1 ноября запускаем... Э, кольцевой маршрут уже по другим странам Юго-Восточной Азии это будет Таиланд, Таиланд, Индонезия, Бангладеш, Сингапур. То есть вот этим вот этим кольцом будут собираться грузы и дальше консолидируются у нас в Хабе на, на, на нашем терминале в, во Вьетнаме и уже оттуда электричками нашими маршрутками все доводится будет доводиться до Дальний Восток. Это такая некая интересная концепция. Мы активно э, сейчас пошли, несмотря на то, что ДВМП, то есть Феска, это э, перевод э, дальневосточное морское пароходство, несмотря на то, что нашим ключевым рынком является Дальний Восток, тем не менее мы э, активно идем сейчас и в другие направления, опять же, с учетом того, что там, э, сейчас э, менеджеры все ушли, мы, мы их э, замещаем. Запустили, запустили, сервис морской прямой из Стамбула в Новороссийск. Еженедельно ходят сейчас по одному судну. В этом году будет поставлено на сервис второе судно. То есть Турция для нас становится вторым ключевым партнером после После Китая, а потом здесь мы активно движемся. Мы движемся дальше в сторону Индии, причем там поставили уже там приняли решение о послед... приобретении, покупаем судно, ставим на маршруты. Индия будет захватывать терминалы в Египте, далее Мерсин в Турции, Стамбул и на Российскую А бутин. что из Турции везем? Из Турции преимущественно, ну, опять же, или товарно товар народного потребления или э, продукты питания. В риф-контейнерах э, обратно идет все, все, все то же самое. Химия, химия, дерево, э, удобрение. То, чего у нас, в общем-то, много, и это хорошее. Да. А из Египта, кроме там пирамидок и пергамента, как ни странно, песок. — Ну, еще раз, смотрите, мы все-таки не трейдеры, мы логисты. — Да, я, я не могу сейчас, то есть, там, и, и, если бы знал бы вопрос, я-то я готовился обсуждать, на самом деле, влияние музыки на, 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 на транспортный бизнес. — Сейчас а, перейдем. — как музыка повлияла на транспортный бизнес, Андрей? — Начали быстрее. — Что слушают сотрудники вашей компании? Только радио максимум. <связь> <связь> Правильный выбор. По Во поводу э, вообще влияния на окружение. Да, бизнес большой. Он в любом случае будет оказывать влияние на территории вокруг себя. Э, это базовая вещь, это рабочие места в городах, где вы представлены, безусловно. Как еще влияет на приморские города Феска, если понятие социальной ответственности, как она реализуется и вообще. Да, и не только на Приморье, вообще на города России, как влияет Феска и не только в плане бизнеса. Ну, без сходности по разным рейтингам дальневосточного морского проходства и транспортных групп в, в целом мы где-то от 50-х до сотых х мест, в зависимости там, от, там, от, капитали, от уровня капитализации, выручки и так далее. Но, но, но тем не менее, мы, мы всегда в сотне. Поэтому мы, безусловно, там, одна из крупнейших э, компаний в России. И, э, безусловно, социальная ответственность – наша наше все. Наше, и теперь уже отличительная особенность. Мы э, в, в, в Приморье являемся крупнейшим налогопотельщиком, и э, так как Приморье для нас является э, нашим, по сути, местом притяжения, местом основного ведения бизнеса, то э, в основном все наши инициативы социальные, они, конечно, конечно с, сконцентрированы там. А мы помогаем э, и взаимодействуем с Третьяковской галереей, э, очень Плотно. Они сейчас запускают в ближайшие два года музейный кластер огромный, и помогаем. мы помогаем сейчас на базе наших площадей. Пока не запустился, собственно, сам музей, мы дали место для третиковки у нас. Мы э, оплачиваем э, и организовываем магистрские программы, обучаем, по сути, будущих музейных работников, которые будут работать в будущем музейном, музейном комплексе. Безусловно, мы содержим, э, обеспечим, помогаем э, огромное количество школ, больниц. В э, Приморье, детские дома. У нас масса э, различных программ, там есть программа ФЕСКО детям, э, которая э, она, она разно, она разнонаправленность Начиная с того, что мы э, выпускаем и передаем. Э, детские книги, которые дальше бесплатно распространяем э, в, для детей, и заканчивая какими-то точечными э, вещами, там, начиная там, от, от организации утренников и заканчивая там, э, организацией лечения э, людей, там, детей преимущественно, которые находятся в тяжелой жизн, жизненной ситуации. А наш коллектив, э, в, особенно в Владивостоке, он максимально плотно социально защищен, то есть у нас э, э, и в Москве, и в Владивостоке, там каждый имеет возможность заниматься там, начиная от того, что я английским языком, своей собственной библиотеки, физическая подготовка, там, йога, бег, там, баскетбол, волейбольные команды. Мы являемся... Совместно с администрацией Приморского края, двумя, по сути, учредителями хоккейного клуба «Адмирал» в Приморье. Он, кстати, стал, наконец, активно участвовать и выигрывать в последние два года. Поэтому очень-очень-очень... Адмирала удачи, в любом а, случае. Адмирала удачи. А тренера сменили? Стимулировали как? Себе. Клюшки купили. Клюшки, кстати, мы действительно купили. У нас у наших партнеров, одной из уважаемых госкорпораций, есть завод по производству клюшек, поэтому мы их мы поставили. На, на клюшек я надеюсь. На на клюшек. Да, да. И, ну, это опять же, это не только, всё, это, это не только, не только а, Приморье, а, это и другие регионы. А, ну, из последнего, например, мы опять же там с а, той же Зельфирии Смолен, Тригулов договорились о, об участии в будем помогать сейчас в создании, создании третьяковки в музейном центре уже в Калининграде, так как мы сейчас тоже запускаем отдельный, отдельный московский сервис из Петербурга в Калининград, тоже ставим туда дополнительный суда в связи с текущей ситуацией то э, Калининград становится тоже нашей точкой притяжения. И вот там, там, где, там, где мы находимся, там мы обязательно в любом случае, обязательно в любом случае участвуем. А так, ну, мы везде. Вот я вчера вчера открывал там галерею э, на Иловском. Это новый, новый культурный центр в, в Москве. От пространства оно тоже так... Где-где? Э, на э, на Иловском проезде а? в Москве. В Москве. Угу. Поэтому э, мы... Занимаемся очень активно, не только зарабатываем денег, но в том числе и поддерживаем, поддерживаем, поддерживаем и наших коллег, наших сотрудников и членов их семей и жителей регионов, в которых мы находимся. Вектор в сторону искусства очевиден. Я предлагаю, кроме визуального искусства, вспомнить еще и о музыкальном. Может быть, ваши коллеги рассмотрят возможность организации и учреждения какого-нибудь музыкального фестиваля классного? Да. Давайте обсудим. Безусловно, в Приморье, в Приморье можем сделать. Я думаю, я, думаю, я думаю, что и Олег Николаевич Кожемяка будет э, поддерживать это в полной, в полной мере. И Класс. Юрий Петрович тоже, думаешь. Я уверен. Макси. Да. Бизнес Это Макси Бизнес подкаст Мы общаемся сегодня о большом бизнесе Бизнесе, который непосредственно связан с перевозками С логистикой У нас в гостях Андрей Северилов Председатель совета директоров транспортной группы Феска, И при непосредственном участии Константина Михайлова да. Мы терзаем его нашими вопросами Вопросов на самом деле много Потому что компания, которая состоит из такого огромного количества элементов Это сложнейший механизм Которым, честно говоря, я не представляю, как вообще можно управлять У тебя только что ушел корабль Сколько контейнеров в стандартном корабле помещается? Ну, ну они различные. Ну, вот представь, ну, 1750, например. Вот ушел. <свят> вот понимаешь, <свят> да? Это, это, да. Вот, это не ребенка в школу, а да, это еще, это еще и кораблей в... куча, еще и собственный порт во Владивостоке существует. Нет, ну давайте все-таки поделимся. Я же здесь не один, у нас 6000 с лишним человек. Поэтому... Вот, и все, ими нужно управлять. А вот о чем? Как происходит процесс э, настройки такого сложнейшего механизма, чтобы все... Вот вы сейчас здесь, а там-то что-то происходит. Каждый из коллег отвечает за веренную ему зону ответственности. И у нас исключительно идеальная команда. Активная, бодрая, креативная и при этом очень ответственная. Я горжусь тем, что нам удалось собрать сливки. Лучшие, mm -hmm. лучшие из лучших на рынке. Вот бы у нас так на максимум. А, да так я и... Уверен, что сливки сидят здесь. Сейчас он заберет кого-нибудь. Хорошо. Я думал, ты скажешь, хорошо бы? Да. Я так подумал. Окей. Перейдем к инвестициям. Да, э, куда инвестирует Феска? В какие направления? Там планируется ли еще закупка там больше судов, больше контейнеров, э, строительство где-то порта еще может быть собственного или не только? Феска инвестирует в Феска. Э, на самом деле у нас огромная инвестиционная программа но, в развитии, прежде всего, э, портовых мощностей. Потому что, то, что я сказал, что у нас порт загружен на 40%, э, э, мы сейчас там, перевалим порядка 800 тысяч 850 тысяч теусов э, по году. Э, в прошлом году начали реализовывать программу э, инвестиционную, и мы рассчитываем, что в следующем году, там, ну, к 2024 году, мы запустим мощности уже достаточно для, для, для переработки уже миллион двести тысяч теусов. Это считать увеличение в полтора раза. А Теус что такое? Это единица единицы измерений. Грузоперевозки? да, по сути, по, по сути, там, для простоты это контейнер. Mm. Штука. Да, mm. и, и, и в этом смысле мы, вот все, что, все, что мы зарабатываем, мы тратим на, тратим, тратим на развитие. Да, мы продолжаем, безусловно, увеличение и контейнерного парка, и парка рефри рефри рефрижератора контейнеров. Например, тот, там, буквально в прошлом месяце мы приобрели очередные там, 12 тысяч фунтеусов 12 тысяч зеркалтовых ящиков, которые там, должны уже зайти там, в ноябре, в ноябре-декабре. Это там, плюс 10% к существующему парку. Мы приобрели огромное количество там, новых железнодорожных платформ. Мы прилетаем сюда, мы смотрим в том числе там, сейчас на развитие там, терминальной сети. Я был позапрошлой неделе в, в Татарстане, мы встречались с господином Минихановым с коллегами и сейчас приняли решение создаем новый хаб, новый там, железнодорожный терминал, причем он будет совмещен с железнодорожной речной, потому что там он находится непосредственно на Волге, в Казани, в, ну, точнее рядом в городе, в городе Свияжске. Это достаточно большой амбициозный проект ну, и для республики, и для всего Поволжья, поскольку это, это действительно будет хаб, откуда дальше грузы из его страны и Восточной Азии, дошедшие по Транссибу, будут дальше развозиться, доставляться потребителям в окрестных властях, регионах. Поэтому куда развиваться есть. То есть мы к сожалению, были недофинансированы. Там, с момента, когда там, новая команда в 2020 году пришла, все-таки мы так стали очень-очень активно развиваться. Кость, чтобы быть успешным человеком, нужно брать пример с лучших. Первый твой шаг это покупка железнодорожной платформы, я считаю и дальше все пойдет. Хотя бы перестать ездить зайцем в электричке. Ну, начать с этого. Я слышал, суша, вода, воздух менее выгоден. Воздух совершенно невыгоден. Мы, ну, опять же, в силу там, того, что мы занимаемся не только перевозками контейнеров, а и различных других грузов, и, и крупногабаритных, и грузов там, специализированных, то и в том числе с, занимаемся доставкой грузов в труднодоступные э, регионы. Э, и мы вынуждены использовать в том числе, в том числе и авиационные а, виды доставки и самолеты и а, вертолеты и а, точно точно абсолютно понимаем что там, доставка например самолетом а, груза там, стоит порядка 12-15 раз, раз дороже чем а, доставка там, обычным железнодорожным транспортом поэтому а, именно поэтому существуют эти бизнесы, они есть, они но ну, ну, и обойтись без авиа плеча тоже там, иногда бывает просто невозможно да, э, будоражит сознание одно только э, словосочетание Северный морской путь. Об этом э, пути множество э, репортажей по телевизору про него можно прочитать. Это, я так понимаю, огромная мега-транспортная артерия, да, прямо в, в море. И она вся во льду, то есть там задействованы ледоколы, я так понимаю. Ну, давайте так. Северный морской путь все-таки, ну, в вашем представлении это... Романтизированный это, 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 это путь, условно, из Мурманска до Владивостока по северным нашим широтам, uh -huh. через лед, где там, uh -huh. белые медведи. Все это действительно есть. Там, там, вот в, этих, в этих направлениях, как там, с востока на запад, так с запада на восток, действительно нам требуются и ледокольные проводки серьезные, и там, доставка доставка сопряжена там, со множеством со сложностей, но северный морской путь, он, он, он стоит не только из вот, именно там, доставки по северным морским широтам, но в том числе и э, доставка грузов, э, перевозка из Владивостока, например, в более ближние там, понятные местности или там города или регионы, вот, например там, в Анадырь на Чукотку или там, в Певек, да, мы там все равно заходим в широты северного ледовитого но это там, не означает, что Круз груз идет э, по э, северным э, точкам э, карты. Но тем не менее мы, мы доставляем э, грузы, грузы и так и так, То есть, и, и, и там, действительно используем свою деятельность и ледокольные проводки, э, и у нас две постоянно действующие линии, э, которые э, возят и в и из там и из Певека и из, из Петропавловского Камчатского мы э, по сути ободажим, обеспечим э, каботажные березки по всему Дальнему Востоку. Ледоколы свои или используются нет, как нет, нет, нет. сопровождение? Нет, ну, ледоколов своих в Российской Федерации нет ни у кого. Это все-таки специализированные организации, они используются по по договорам, но э, те суда, которые у нас э, ходят на э, северном, на маршруте северо-морского пути, они безусловно имеют ледовый класс. Угу. Ну я на всякий случай спросил, потому что портов то своих тоже не особо много в Российской Федерации собственных. Да. да. Ну еще раз, те суда, которые задействованы в перевозке грузов по северо-морскому по пути, в любой из частей, они, они обязаны иметь и имеют специальный ледовый класс. Это 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 не простые суда. Да, мы обсудили типы грузов, которые э, перевозятся э, через контейнеры, но я более чем уверен, что, знаете, в любом бизнесе есть заказчик, который требует от тебя чего-то очень странного и необычного. Приходилось ли перевозить что-нибудь, э, э, когда вы услышали от менеджера, что это нужно перевести? Первым делом все сказали: "Так". Что это черт возьми так? Давайте подумаем. Да-да-да. на самом деле. Много всего всего интересного. Если ну, из, мы, из, 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 например, говорим про какие-то бизнесовые вещи, то вот там э, в этом году доставляли э, крышку реактора для атомной электростанции, в, строящейся в Аква и в Турции, там, 104, 104 тонны. Mm -hmm. это, это, там, в этом же контейнере были но, водка, медведь и балалайка. Нет, нет, нет это, это, это была, конечно, не контейнерная доставка, но это огромная-огромная это, работа. Там, там перевозили там, по северному пути там, огромные титанические э, краны. Там, Липхер, например, там, на Дальний остров ну, то есть это, 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 это фантастические объемы, это, это, это очень сложно. А, Но ну, если мы говорим просто про, про какие-то такие экзотические вещи, э, был случай, когда заставляли э, на э, фестиваль русского географического общества э, мамонтенка из Владивостока в Москву. Э, правда, не живого, немножко в вида. виде. Сейчас я заплачу. Я мультфильм, мультфильм вспомнил. Мамонтенка в покое мам, оставьте. Мам, Его мам, в Москву сначала перевезли. Мамон, да, мамонтенок искал маму, да, успешно нашел. Успешно Плыву да. я на белом своем корабле. В общем, все-таки без музыки не обошлось. Да. Эта песня теперь пойдет в плейлист радио. Максимум. Так, Константин, значит, минимальный объем — это мамонтенок. Максимальный крыш, крышка реактора. Так и запишем. Максимальный здоровый мамонт. Хорошо. Да, спасибо огромное огромное, Андрей, за то, что был сегодня с нами, потому что, я еще раз повторю, не так часто бывает возможность соприкоснуться с по-настоящему крупным системообразующим. Это подходит вообще фраза сюда? Бизнесом. Это государственный уровень. Государственно значимый. Государственно значимый, однозначно. Да, мы пока вас своими перевозками пока э, нагружать мы не будем, не будем. Да. да. но потом, если вдруг Константин копит себе завод... Мы после думаем этого... в этом направлении. Обязательно. Желание Ребят, большое спасибо пошел слушать музыку. Класс. Андрей Северилов сегодня был с нами, председатель Совета директоров транспортной группы ФЕСКО. Константин Михайлов, спасибо огромное за сотрудничество. Дмитрий Шуманский, спасибо за гостеприимство. А Макси Бизнес Подкаст слушайте во всех поисковиках страны. Спасибо, Андрей.